Новогодние скидки в Дарник Оптика на Ватутина 46 уже начались. На все очки скидки от 20 до 50%. Проверка зрения бесплатно. Дарник Оптика, Первоуральск, Ватутина 46. Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Большая новогодняя распродажа в сети ювелирных магазинов у Золотой горы. Фейерверк скидок на украшения из золота и серебра до 70%. Подарок даже за примерку. Адреса магазинов: Ленина 15, Ватутина 30, Трубников 21, торговые центры «Пассаж», «Марс». Человек же, понимаете, когда он оказался в ситуации сложной, без работы, например, да, то есть каждый день для него это день потери каких-то доходов. То есть если здесь мы этот процесс ускорим, максимально эффективно сделаем, то, соответственно, качество жизни человека, когда он выйдет на работу, он тоже будет изменяться. Вот это ключевая задача. И плюс задача, именно которую я ставлю в центр занятости, это активная позиция. То есть это не ожидание, когда к вам пришел работодатель, или когда к вам пришел соискатель работы, а именно поиск таких ситуаций, поиск работодателей, которые нужны, и предложения. Плюс обучение людей, оказавшихся временно без работы, под те профессии, которые рынку сегодня требуются. Мы реализуем в рамках федерального проекта это все. И для нас здесь, конечно же, важно, мы стараемся сделать это достаточно экономически эффективно, да, но для нас важно, чтобы во всех городах Свердловской области, ну там, где есть такой спрос, эта технология нового стиля и нового подхода к организации работы с безработными и с предприятиями, которые ищут, чтобы она применялась во всех городах. Служба занятости на самом деле является главным диспетчером трудовых ресурсов. Смотрите, вот 560 тысяч человеку услуг за год мы оказываем. Это на спокойном рынке труда, не на кризисном рынке труда. Это 2-3 услуги в год на человека. Это порядка 180 тысяч обращений по году мы получаем. Это достаточно много. 70% люди трудоустраиваются. В чем мы похожи, в чем мы не похожи на частное агентство занятости? Ну, во-первых, мы работаем, конечно, в своем сегменте, да. Например, с нами сложно будет конкурировать там в масс-рекрутинге, да, там, в массовом подборе персонала. А с нами, наверное, сложно будет конкурировать в заполнении вакансий там, для бюджетных организаций, да, потому что, ну, бюджетники, ну, что они будут платить? Это бесплатно, понятно, да. Частное агентство занятости, конечно же, бизнес.